Акция «Дерево добра» объединила клиентов Почты России со всех уголков страны. Самара – не исключение. В этом году благотворительная акция прошла в знаковом месте – в доме купца Иванова, где в сентябре открыли первое в России отделение ретро-почты. На протяжении 6 лет жители страны в канун Нового года дарят подписку на периодические издания социальному или культурному учреждению – Дому ветеранов, детдомам и домам культуры, а также библиотекам. В благотворительной акции приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. Не первый раз я принимаю участие в этой акции. Прекрасная, светлая акция в канун Нового года, когда принято дарить подарки. И действительно, мы оформили совместно подписку в наши детские дома, в наши детские учреждения и в геронтологическое отделение. Все желающие могут принять участие в акции в любом отделении почты, а также через официальный сайт и мобильное приложение. Можно поучаствовать в любом почтовом отделении на территории Российской Федерации. Также можно, значит, пригласить почтальона. Он использует мобильные средства, имеющиеся у него, значит, на каждом доставочном участке, поэтому можно даже через почтальона услуга этой востребоваться. Каждый год во время акции «Дерево добра» количество выписанных изданий только увеличивается. Например, в 2019 году адресаты получили более 7 тысяч изданий, а уже в 2020 году их количество превысило 10 тысяч. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.